Туле во Дворце детского творчества открылся детский технопарк «Кванториум». Проект задуман как новая модель дополнительного внешкольного образования. Он уже существует в нескольких российских городах. Школьники научатся защищать информацию в интернете, конструировать собственных роботов, разрабатывать дроны-беспилотники. Обучение, кстати, бесплатное. В «Кванториуме» предусмотрены мастерские, лектории, зоны для игр и общения. На открытие технопарка прибыл губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ну а билет для входа ему вручил робот. Время не стоит на месте. Технический прогресс, различные возможности, которые появляются в вашем жизни, дают более широкие возможности для постижения чего-то нового, интересного и невиданного. В конечном итоге это выбор будущей профессии, будущей специальности, которую вы определите.